Весна 1942 года. Немецкие войска уже полгода пытаются сломить оборону Севастополя. Город и его окрестности постоянно подвергаются обстрелу артиллерии и налетам авиации. Но переломить ситуацию в свою пользу противник не может. В донесении к германскому штабу, помимо хорошо налаженной обороны города, постоянно фигурирует некий «зеленый призрак». Это был бронепоезд «Железняков». «Зеленым призраком» немцы прозвали его неспроста. Словно из ниоткуда появлялся бронепоезд защитного зеленого цвета, обстреливал позиции противника и затем также моментально исчезал. Своими дерзкими налетами бронепоезд наносил противнику ощутимый урон. На борьбу с ним немецкое командование было вынуждено отвлекать часть своих сил. В конце концов, немецкая авиация смогла уничтожить «зеленый призрак». Но за 8 месяцев боев бронепоезд внес значительный вклад в оборону Севастополя. И «Железняков» был далеко не единственным советским бронепоездом Великой Отечественной войны. В Советской России активное строительство бронепоездов началось в 1918 году, сразу после революции. В период гражданской войны бронепоезда выпускали на разных паровозных заводах. Строили их как захватившие власть большевики, так и противостоявшие им белогвардейцы. Каждый состав был по-своему уникален. Производство бронепоездов было вполне обоснованным. Танков и самолетов в то время было очень мало. Эти виды вооружения только начинали развиваться. А сеть железных дорог в нашей стране была достаточно развита. И противоборствующие стороны активно использовали бронепоезда для борьбы друг с другом. Основные боевые действия в годы гражданской войны велись вокруг крупных железнодорожных узлов и вдоль транспортных путей, то есть вдоль железнодорожных линий. И поэтому, соответственно, спрос рождал предложение. В 20-м году, когда гражданская война подходила к концу, на вооружении Красной армии находилось 103 бронепоезда. Примерно в то же время утвердилась и концепция состава. Как правило, состав состоял из бронепаровоза, спереди и сзади него прицеплялись броневагоны, а перед ними стояли контрольные тележки на случай, если путь заменен. От вооружения и бронирования состава зависел и тип бронепоезда – легкий, средний или тяжелый. Легкие бронепоезда – это были бронепоезда, будем так говорить, переднего края. То есть они участвовали в отражении пехоты, в отражении кавалерии. Средние бронепоезда также занимались отражением атак. Бронепоезда, как они назывались, ударные бронепоезда или бронепоезда тяжелого типа, они выполняли задачи обстрела с закрытых позиций, выполняли задачи налета на крупные железнодорожные узлы. После окончания гражданской войны на ведущие роли стали постепенно выходить самолеты и танки. Значимость бронепоездов стала снижаться. Оставшиеся составы распределили между Красной армией и войсками НКВД. Задачи их свелись к минимуму – охрана железных дорог и защита границ на Дальнем Востоке. Но совсем об этом виде боевой техники не забывали. В 1935-м был разработан проект бронепоезда БП-35. Его строительство развернули на Брянском паровозном заводе «Красный профинтерн». К 1941 году было построено около 20 составов. Всего к началу Великой Отечественной войны в войсках Советского Союза находилось 78 бронепоездов. 53 в Красной армии и 25 в НКВД. Начальный период, даже не первый, а начальный период Великой Отечественной войны до декабря, они выполняли роль оборонительного вооружения. Они были везде. Они были на Западной Украине, на Западной Белоруссии, под Ленинградом, под Москвой, под Брянском, на Южном фронте. И везде они играли роль, ну, практически чаще всего смертников, потому что они оставались последними, они отходили, сдерживая немецкие танки, отбиваясь от немецких самолетов. Команды бронепоездов, вступавшие в бой, отчаянно сражались, проявляя храбрость и героизм. В одном из боев под Ростовом бронепоезд номер 27 прикрывал отступление наших войск. Ценой собственной гибели личный состав уничтожил 16 танков противника
и дал возможность войскам Красной Армии отойти на другие позиции. Вообще потери бронепоездов были огромны. Особенно доставалось от авиации противника. Немецкие самолеты постоянно совершали налеты на железнодорожные пути, пытаясь уничтожить бронепоезд или лишить его маневренности. Несмотря на большие потери, руководство Советского Союза выделяло огромные средства на постройку бронепоездов. Их производство разворачивалось на всех паровозостроительных заводах. В 1941 году враг активно продвигался вглубь нашей страны. Многие предприятия по производству танков эвакуировались в тыл. Массовый выпуск бронетехники еще предстояло наладить. В таких условиях бронепоезда приходились как нельзя кстати. Ими закрывали бреши при обороне городов и железных дорог. Но была еще одна причина, по которой бронепоезда, несмотря на их уязвимость, продолжали строить. Как бы ни было хорошо танкам с гусеницами, но по грязи они идти не могли, а железная дорога никогда не представляла собой грязь, поэтому бронепоезд двигался в любых условиях погодных. Расчищали снег и двигались, и подходили к самой, так сказать, линии фронта. К концу 41-го стало ясно, что конструкцию бронепоездов надо серьезно модернизировать. Помимо высокой уязвимости от авиации противника, существующие образцы серии БП-35 имели еще ряд существенных недостатков. И самым главным из этих недостатков было бронирование. По сути, вагоны представляли собой прямоугольную коробку без каких-либо углов наклона для рикошета снарядов. Выдержать попадание пули или осколков такая защита могла, а вот от артиллерии противника она уже не спасала. К лету 1942 года был разработан так называемый тип БП-42. Это так называемый однобашенный четырехплощадочный бронепоезд. Вот он представлял четыре бронеплощадки, четыре зенитных площадки и две контрольных платформы. Это было 119 человек в экипаже этого бронепоезда. И было построено более 50 бронепоездов этого типа. В конструкции этих бронепоездов были устранены многие недостатки предыдущих серий. Но самое главное, снизили высоту вагонов, а бронелисты установили под углом. Защита бронепоезда существенно возросла. В начале 43-го стали выпускать еще один тип – БП-43. Это были тяжелые бронепоезда с более сильной броневой защитой и пушками от танков КВ-1 и Т-34. Их построили около 20 составов. Но уже к концу 43-го производство всех типов бронепоездов было прекращено. Это было уже связано с тем, что количество танков или выпуск танков неуклонно увеличивался. Менялись уже подходы. Уже Красная Армия начинала наступать, хотя наступательные операции не отменяли использование бронепоездов. В наступательных операциях бронепоезда наравне с остальными войсками оттесняли немцев к западным границам Советского Союза. Они сражались с танками, с авиацией противника и даже вступали в дуэльный бой с немецкими бронепоездами. В 43-м году бронепоезд, названный в честь былинного богатыря Илья Муромец, трое суток вел бой с бронепоездом Адольф Гитлер. В итоге советский экипаж перехитрил противника и уничтожил его. В 44-м советские войска начали освобождать территорию Европы от противника. В этих наступательных операциях команды бронепоездов столкнулись с проблемой ширины железнодорожной колеи. Дело в том, что ширина железной дороги в нашей стране на 37 миллиметров больше, чем в Европе. Но и здесь выход был найден. Был предельно простой способ перешивки пути. То есть один рельс раздвигали до 1524 миллиметров. И наши бронепоезда по перешитым участкам двигались вперед. Конечно, такая перешивка железнодорожного полотна снижала темпы продвижения. Но, несмотря на это, бронепоезда прошли через всю Европу и даже участвовали во взятии Германии. Дивизион бронепоездов, в состав которого входил уже известный нам Илья Муромец, дошел до Франкфурта на Одере. До Берлина оставалось 50 километров. Но пройти дальше помешал взорванный мост. Последний эпизод с участием советских бронепоездов, так или иначе, имеющий отношение ко Второй мировой войне,
произошел в июле 45 года. В Потсдаме проходила конференция с участием высшего руководства трех крупнейших держав антигитлеровской коалиции. Советский Союз на этой конференции должен был представлять Сталин. Лететь на самолете вождь народов не собирался. Он отдал предпочтение железнодорожному транспорту. Для проезда были предприняты беспрецедентные меры безопасности. В числе прочего для охраны привлекли и бронепоезда. На территории Польши и Германии они стояли на параллельных путях, готовые в случае нападения открыть огонь. Всего за годы войны было построено 143 бронепоезда. По сравнению с количеством выпущенных танков и самолетов, эта цифра кажется незначительной. Но несмотря на небольшое количество, бронепоезда оказали существенную роль в победе над фашистской Германией.